Ученые показали на видео гигантскую озоновую дыру. Ролик демонстрирует дыру в озоновом шаре, расположенную над Антарктидой. Международная группа климатологов в течение последних 30 лет вела наблюдение за озоновым шаром Земли, передает Европейское космическое агентство. В итоге ученые представили анимационный ролик, в котором показали гигантскую озоновую дыру, расположенную над Антарктидой. По словам ученых, содержание озона в атмосфере Земли до 1997 года снижалось, однако после начало расти. По их словам, данное явление связано с сокращением выбросов в атмосферу фторхлоруглеводородов. Сообщается, что ученые получают данные о состоянии озонового слоя с 7 европейских и американских спутников, а в ролике использована информация, полученная с 5. Ранее корреспондент Нет сообщал, что учеными была обнаружена сверхновая звезда-зомби. По материалам сайта newsgro.com.